Привет и добро пожаловать в мою систему. Мы торгуем на платформе Option Fair. Как вы можете заметить, я делаю это видео в 18.00 9 июля 2014 года. И мой текущий баланс составляет 5201 евро. Хорошо, для того чтобы начать торговлю, мы нажимаем на вкладку «Краткосрочные сделки» вот здесь. И теперь вы можете увидеть список торгуемых активов. Мы собираемся сконцентрироваться на паре евро-доллар. Option Fair предлагает 70% выплату за 60-секундные сделки. Здесь у нас есть кнопки выше и ниже. Их можно выбрать в зависимости от ваших предположений, закроется ли сделка по валютной паре с ценой выше текущей или ниже. Вот график, который показывает недавние колебания цены на валютную пару. Это инструмент «Выбор трейдера», который показывает, в каком направлении сейчас торгуют большинство трейдеров на Option Fair. Итак, 66% трейдеров полагают, что пара закроется с ценой ниже текущей, поэтому мы собираемся следовать общему направлению, нажимаем на «Ниже» и размещаем сделку в 25 евро. Все прошло успешно. Вкладка «Открытых позиций» демонстрирует вам подробную информацию о сделках, которые вы только что открыли. Здесь вы можете видеть количество времени, оставшегося до истечения опциона. Что касается нашей сделки, то если она будет успешной, учитывая предполагаемые 42 евро 50 центов выплаты, чистая прибыль составляет 17 евро 50 центов. Вы можете следить за рыночным курсом, который составлял 1,36 396 на момент открытия в нашей сделке, и нам нужно, чтобы опцион истек с курсом ниже этого. Если рыночный курс под вкладкой «Рынок» зеленого цвета, это значит, что на данный момент наша торговля прибыльна. Но вы должны быть осторожны, поскольку всегда возможна волатильность рынка. Главное не увлечься процессом и не потерять контроль, когда торговля движется к прибыльному финалу. На самом деле это совсем не важно, совершается ли текущая торговля с красным или зеленым цветом курса. Вы всегда должны стараться оценивать ситуацию как можно масштабнее. Отлично! Это выигрышная сделка. И как я упоминал ранее, мы смотрим на общую сумму выплаты 42 евро 50 центов. Вы можете видеть, что баланс моего счета был обновлен и теперь составляет 5218 евро 50 центов. Что ж, хорошо. Мы возвращаемся к списку торгуемых активов и снова нажимаем на пару евро-доллар. Инструмент «Выбор трейдера» подсказывает нам, что 32% трейдеров сейчас размещают сделки выше и 68 ниже, так что мы снова следуем направлению ниже. Наша сумма уже размещена. Теперь давайте просто нажмем «Инвестировать» и наша сделка принята. Хорошо. Так же как и раньше, мы можем увидеть всю необходимую информацию, касающуюся только что размещенной сделки. Каждый новый открытый опцион всегда будет отображаться вверху списка. А вот здесь, как видите, указано время истечения. Похоже, рынок идет против нас. Это прекрасный пример той самой волатильности рынка, о которой я упоминал ранее. Подобные вещи могут произойти в одно мгновение. Крайне важно в такие моменты оставаться совершенно спокойным и просто признавать, что на рынке возможны подобные колебания. Многие люди, как правило, сильнее нервничают, как только видят красную полосу. Для меня это крайне важно, чтобы вы поняли следующее. Если вы здесь только для того, чтобы выиграть одну сделку, то такая торговля не для вас. Вы должны держать свои эмоции отдельно от торговой сессии. Главное, что от вас требуется, это сосредоточиться на стратегии. Помните, до тех пор, пока вы торгуете в том же направлении, что и большинство трейдеров, вы знаете, что у вас есть преимущество. Оно состоит в том, что вы последовательный трейдер с реальной стратегией. Хорошо, похоже, эта сделка оказалась прибыльной. Я заработал 42 евро 50 центов, и это означает, что моя прибыль составляет 17 евро 50 центов, и мой баланс автоматически обновляется до 5236 евро. Теперь давайте вернемся к списку торгуемых активов и нажмем на пару евро-доллар. И давайте взглянем на инструмент выбора трейдера. Как вы можете видеть, 29% трейдеров сейчас торгуют в направлении выше и 71% в направлении ниже. На этот раз у вас больше шансов, чем в случае с предыдущими двумя сделками. И мы снова придерживаемся направления ниже. Давайте нажмем на кнопку «Ниже», потом «Инвестировать».
И мы в деле. Мы можем еще раз посмотреть открытые позиции вверху списка вот здесь, со всей необходимой информацией о направлении торговли, инвестированной сумме, времени истечения и прочем. Число под вкладкой «Рынок» показывает текущий курс. Если он зеленого цвета, значит на данный момент, как вы могли догадаться, он прибылен для вас. Если же красного, то убыточен. Option Fair предоставляет вам обновленную информацию по вашей торговле в режиме реального времени. Главное, не увлечься во время торговли, когда вы видите, что сделка истекает со статусом в деньгах. Какого цвета курс в данный момент, зеленый или красный, не имеет ни малейшего значения. Как всегда, вы должны стараться оценивать ситуацию более масштабно. Мы всегда следим за сроком истечения и текущим рыночным курсом, чтобы видеть, как движется наша текущая торговля. Как видите, я вернулся к отправной точке и начинаю все с нуля. Это значит, что последняя торговля была для меня убыточной. И я быстро открываю сделку на 50 евро, выбираю актив, затем набираю ниже и ввожу сумму. И вот моя сделка на 50 евро была успешно размещена. Здесь мы можем видеть информацию по моей торговле, которую мы рассматривали раньше. Итак, со сделкой в 50 евро мы можем сдать выплаты в 85 евро, а это значит, что прибыль составит 35 евро. Теперь, как вы наверняка заметили, главное в этой стратегии, особенно при торговле 60-секундными бинарными опционами, это скорость, с которой вы входите в торговлю. Как только вы понесли убытки в торговле, не колеблясь, открывайте вторую сделку. Вы должны оперативно двигаться к следующему шагу, чтобы восполнить потери и поймать валютные колебания. Будем надеяться, что на этот раз торговля будет прибыльной, чтобы вы могли продолжить следовать стратегии. На самом деле, иногда убыточная торговля может занимать достаточно много времени, не давая возможности добраться до использования системы. Вообще-то, я мог бы совершить убыточную сделку довольно легко, торгуя против большинства, но я остаюсь верным шагам системы. Так я лучше смогу вам продемонстрировать, что она из себя представляет. Я хочу, чтобы вы увидели полную пошаговую систему, от начала и до конца. Это видео в реальном времени, поэтому не так уже легко спланировать подобные вещи. Мы просто будем продолжать, и я надеюсь, что уже совсем скоро вы увидите следующий шаг. Хорошо. Итак, эта сделка оказалась прибыльной и принесла 85 евро выплаты. Как вы можете видеть, баланс автоматически обновился до 5246 евро. Давайте-ка на секундочку взглянем на мой портфель, где вы можете увидеть мою недавнюю историю торговли. Итак, вот сделка, которая оказалась убыточной с выплатой в 0 евро. И еще одна, которая только что стала прибыльной с общей выплатой в 85 евро. Мы вернули наши деньги с небольшой прибылью, и теперь мы собираемся вернуться к первому и второму шагу. Давайте вернемся к списку активов и нажмем на пару евро-доллар. Как видите, инструмент «Выбор трейдера» показывает нам, что 33% трейдеров полагают, что валютная пара будет двигаться вверх, и 67% считают, что она будет двигаться вниз. Что ж, давайте разместим еще одну сделку с направлением ниже, возвращаясь к сумме в 25 евро. Мы нажмем «Инвестировать» и ждем обработки моего запроса. И мы снова в деле. Мы возвращаемся в вкладке открытых позиций, где мы можем видеть сделки, которые были нами только что размещены. До сих пор в основном мы наблюдали прибыльные сделки. Я полностью удаляю мои эмоции из процесса торговли. Это необходимо, чтобы вы дистанцировались, независимо от того, зеленого цвета рыночный курс или красного. Опять же, важно оставаться верным стратегии, а в случае получения прибыли не открывать новые позиции, увеличивая сумму инвестиций. Пробудить в себе алчность очень легко, но я вас уверяю, что жадность может привести к неудаче. Так что старайтесь не терять из виду более масштабную картину происходящего, и тогда все должно быть в порядке. Похоже, наша сделка истекла со статусом в деньгах. И это значит, что общая выплата составляет 42 евро. 50 центов. Соответственно, это 17 евро 50 центов чистой прибыли. Дело сделано. Вы можете видеть, как мой баланс автоматически обновился до 5263 евро 50 центов. Давайте взглянем на мой портфель, где вы можете видеть мою недавнюю историю торговли. Итак, вот сделка в 25 евро, которая оказалась прибыльной и принесла нам выплату в 42 евро 50 центов.
И вот здесь, прямо за ней, сделка, которая оказалась для нас убыточной. После этого мы удвоили нашу следующую сделку, инвестировали 50 евро и получили выплату в 85 евро, таким образом вернув деньги и даже получив небольшую прибыль. И, наконец, наша последняя сделка, которая истекла прямо сейчас со статусом в деньгах. Хорошо. Итак, теперь мы снова можем видеть баланс моего счета, который составляет 5263 евро 50 центов. Мы начинали торговать, когда на моем счету было 5201 евро. Таким образом, мы получили общую прибыль в размере 62 тысячи 50 центов. А теперь, тем из вас, у кого еще осталось какие-либо сомнения относительно этой системы, я предлагаю открыть счет в OptionFair и просто проверить это на деле. У вас есть возможность использовать различные методы пополнения, включая все основные кредитные и дебетовые карты, банковские переводы, Western Union и другие платежные методы. Теперь все из этих методов работают также и при выводе средств. И это еще одна прекрасная особенность этой платформы – быстрое реагирование на запрос о снятии средств. Пройдет совсем немного времени, прежде чем ваши деньги появятся на вашем банковском счету или на вашей кредитной карте, в отличие от многих других платформ. Как только вы проделаете это на личном опыте, вы сами быстро поймете, какие прекрасные возможности торговли бинарными опционами откроются перед вами с моей системой для увеличения вашего дохода, которую вы можете практиковать из дома, с пляжа или из кафе, пока у вас есть компьютер и активное подключение к сети интернет. Я желаю вам успехов и надеюсь, что вам понравится моя новая торговая система.